Торги первыми регулируемыми фьючерс-контрактами на криптовалюту Эфириум открыла торговая платформа по продаже цифровых активов Crypto Facilities из Великобритании. Полностью регулируемые Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании Эфириум фьючерсы позволяют институциональным инвесторам открывать длинную или короткую позицию, расширяя инвестиционные возможности и более эффективно управляя рисками. Исполнительный директор платформы Тима Шлафер сказал, что фьючерсы помогут повысить ликвидность токена Эфириум, который в настоящее время является второй по величине цифровой валютой после биткоин с точки зрения рыночной капитализации и средних ежедневных объемов торгов.